Если говорить о насилии, одним из его эпицентров в этой стране является Чикаго. Причем уже давно, и это трагично. С начала года в Чикаго подстрелили 2243 человека. Насколько это много? Достаточно, чтобы полностью укомплектовать пассажирами 46 школьных автобусов. Кстати, многие из пострадавших — дети. Мэр Чикаго Лори Лайтфуд не любит полицейских, и вот как она отреагировала на этот кризис. Потребовала, чтобы у ее дома было больше подразделений полиции. Погодите-ка, ей не нравится полиция, но ей хочется, чтобы у ее дома было больше копов? Почему? Потому что ее собственная безопасность единственное, что для нее важно. Она знает, что возглавляет город, где убивают людей, и она не хочет быть в их числе. Источники сообщили нашей программе, что начальник полиции ее округа отказался перебросить еще копов в ее район. Он заявил, что его сотрудники и так работают на пределе возможностей, защищая жителей Чикаго. За это его наказали, его тут же перевели в другое подразделение. Мы спросили об этом мэрию и получили в ответ гневное отрицание. Нам сказали, что мэр никак не причастна к переводу начальника полиции на другую должность. Конечно же, мэрия не пообещала вмешаться и все исправить. Судите сами, говорят они правду или нет.